Marked a location. This way? Yeah. Это, да, это увеличили обзор. Прям это, ну не сказать, что ощутимо, но это непривычно прям. Уже просто картинки привыкаешь, насколько я прям чувствую, что что-то не то. Ну что, мы куда прыгнем-то? В гадку? В самую жару. Да? Я шел с тобой разваливаем катку за каткой. Это за прыжечка. Поэтому я думаю, нам не принципиально туда прыгнуть. Один свой побед будет за нами. Катку сейчас упасть. Ну, хочешь прыгни в дома под горой. Вот в этим. А там дальше посмотрим. Правильно. Что, мы очкунышей какие-то. Сдохли сразу и пошли в другую катку катать. Ты сегодня в красном. Сейчас покажет. Ты там лазил, я что-то зашел. Думаю, надо красить. Да, ну короче, еще надо будет покатать, как привыкнуть к этой херне. Летит один, два человека летят. Где, где? Ага, вижу. Блять. Вот тут я ему просадил, да? Нормально так просадил. Все. Один улетел. В сторону там домов. Да и хуй с ним. Я одного посадил. Кроме каких домов он улетел? Сейчас. Вон туда. Marked a location. Куда это? Вот куда я тебе предлагал прыгать? Не. Так я же пометил. Вот marked a location. Да. Тут. Ой, вообще поговорю все. Да, это там сейчас.
там пулемет у бота был. Да не, это пулемет, да хуй за ним. Ботом бегу. Это чё, погнали куда-нибудь? На тачке не это, нигде не было. Слушай, я не обратил внимания. Калаш это... не надо тебе, калаш был. Да, и у меня есть, есть калаш. Это, да я просто чё, у меня начальник любит меня вот прямо, как раз с вещухи выходит. Вот прям. Да я нормально. Да я просто уехал, я что-то не звонить, я думал, уже сегодня с ней набрал. Тут бы это, баги. Это, ну да, кстати, прикольный обзор стал, конечно. Ты какого там бота уже выносишь? Третьего? Третьего, да. Мстя-то придет, что он стучит, или нихуя не придет. Или это уже было? Marked a location. А? Че? Это, да это, за эту корешку придет нам мстить, или нихуя не придет. Или это уже и была одна месть, которую ты решил дать под. Ахер, блядь. Ну то есть я не видел, потому что может. Я уже пришел один из них. В смысле, один из них был тем, кто. Ну, вокруг меня я видел, там ботяры усердно бегал. Но не нашел вход в мой дом. Да, да, я и он еще стреляет, я так подумал, блин, сейчас. Да он походу в стенку ярил вообще. Я как понял. Кошка, блядь, сейчас затух. Поставь тут парочку. То я опять сейчас с нулем кило закончу. 416. Marked an enemy's death crate. Я, наверное, не буду нихуя брать. Там что тебе? Мне нужен второй броник. Блин. Мне второй шлем нужен. А шлем второй вот в этом доме на балкончике подо мной. А, иду. Угу, все, нашел. Все, погнали дальше, что. Это, да я оставлю калаш и это. СПС. Не буду ничего читать. Поехали. Вон можно на дроп ее. Погнали? Бросил он, нет, это все надо было. Слушай, он, наверное. А, нет, летит слева. А, ну вряд ли бросил, да, смотри. Я просто не люблю этого лица, потому что время растет. Вот сейчас плохо слышно, когда я в машине. Я тебя понял. Вот. Мне погромче надо говорить, если лучше вообще не это. Когда в машине едем, да, тогда лучше погромче. Ой, что-то я... Не, я просто вообще слышно или нет. Да? Мы поедем, вообще, наверное, не поедем. Да, я, да, уж. На следующий поедем, на второй. Бросили быстро, пробежались. Тут вот эти два дома по одному пробежать. Вот я все, я закончил. Надо, чтобы привычка была правильно делать. Да, тут я тебе говорю, тут не угадаешь. Так же ты вот сейчас ее туда отогнал, она со стороны руин тут херачит и это. Не, как бы в гараж доезжать еще, да, вот, ну, в дом, где гараж, базара нет, а так. Не, хер на то, кажется. Сомнительно. Thank you.
Семерки выкину, не нужны тебе. Ну это, я подберу немножко. 8 штук, я знаю. I got supplies! Угу. Ну, сейчас подборка. А у меня еще рюкзак первый, да. Первый, а чё ж ты не сказал? Я думаю, второй. Там... Были рюкзаки, да. Да я чё-то тут про это вещь прошлем сказал про рюкзак. Хера. Да, сейчас поедем так прям там просто. Ну, тут херачит. Это, наверное, это школ, наверное, да? Или на горе? Давай, поворачивай. А вот, по прямой. По прямой сбросить. А, я вижу, вижу его, да. Где здесь, да, быть на горе, наверное? Все, 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 стой. Вот, вообще. Над нами прямо где? Вот, вот. А, есть, есть. Прибыл. Третий рюкзак бери. А, давай, давай, давай. Первый погнали. Ну, флайербот. Давай вот в эти дома, наверное. Marked a location. На 80. Направо поворачивай. Ты проедешь. Ну, давай вот в эти дома, наверное. Я понял. Я думал, семерки выкидываю оставшиеся. Не, все, мне тоже больше не надо. Ну да, теперь прям видно, сковородку стал получше, когда бегаешь. А я коряк, кстати, там скинул, ты не забирает? Нет, где-то, не, вообще я не такие вещи не беру. Нет, со СКС лучше постреляю, все. Да вот, кстати, здесь в принципе тоже коряк есть. Блять. Да я хер знаю. Блять, ну давай возьму хую. Не, Ась, чё возьмешь как? Да собрал, коряк я. Ладно, попробуй, у меня вроде шестерка. Компенсатор на СВ я скинул. Это компенсатор не нужен, я бы глушак взял, вот ламигаз какой-нибудь. Я глушак поставил, если хочешь, отдам тебе, мне кажется, без разницы. Там все равно слышно. Не, ну это. У Вилма КВ надо? Нет. Там 416 еще одна на втором этаже. Я, кстати, прицел какой? Четвертый. Ебать, а что это? Иди, держи. Ну, восьмерки. Положил он здесь сюда. А чё ты? Я что куда? Так, а по броне у тебя чё? 2-2, нормально всё. Поехали, ещё вон дроп. Поехали. А, он, блин, воздух слышал.
попробую. Только это, прям на него не езжай, а так, когда будешь езжать со стороны, как бы, ходи. Да слушай, он не очень далеко скрыт. Мне кажется, в районе нету. Вот так он непонятно, он на гору непонятно или под гору. А нет, он перед. Так, давай, 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 давай. Возьми, правее, правее. Правее возьми. Давай, правее. Ты просто сказал сбоку от него зайти, я поэтому... Блять. Я поэтому ебанул. Да ж, сука, я вообще... ведь забрал, кстати. Всё. Это мне на... Едем, 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 едем. Только не выйдет, мне бесит эти ебучие... Эти ебучие фермы. Давай в нижний дом, в нижний. Ух ты, нормальные дома, смотри. Ладно, ты чё? Привет. Меня напугал, я вроде. Зачем ты меня пугал? Не, я просто чисто думал встать, посмотреть, может кто это. На дроп хуять. Чисто такой вы. А я не смог выбрать дым. Я стоял, у меня не выбирался. А, у тебя что-то опять что подправит. Да нет, ну это зажатие долбанное. Все, куда двинем? Да давай так, никуда не будем. Давайте давай дома погнали. Давай. Не-не-не, зона ушла. А, что? Смотри, можем сейчас поехать, пока в этих домах, скорее всего, еще никого нету. Сейчас мне, скорее всего, приедут. В дома крайние, в этой стороне народ есть. Эти дома такие достаточно куда. Сейчас я еще. Либо в эти ехать, которые мы указали. Сейчас все есть, но давай, вот эти. Ну да, я, ну туда я говорю. Можно я, на дачу вести, давай на дачу. Вот. Не иду. Marked a location. А, это не дачу, кукошка. Сейчас смотри сюда, стопудово кто-нибудь да приедет. Как бы прям вообще гадал смотрели. Или мим будет хуярить. Вон еще один дроп, кстати. Летит. Я думаю, нам больше не надо рисковать. Давай возьмем домик, сейчас я к тебе приду. Давай лучше я к тебе там поудобнее домик. Подожди, и тачка там бежит.
Ну да, смотри, по зоне кто-нибудь будет верить. Скорее всего. Может и нет. Народ мало остался. Сзади вряд ли кто-то, не знаю, кто будет сзади подходить сейчас. Не, там подходить-то вряд ли, там проезжать могут. Давай, что сейчас зон сойдется, двинем без того, здесь зон явно останется. Не, народ в починках получается, в починке стреляли, смотри, кто-то и выжил. В принципе, не исключено. Слушай, ну надо в эти дома переезжать. Да? Поехали. Без вариантов. Так я бы лучше, наверное, не знаю, засел бы. Тут фиг знает. Тут спереди вряд ли кто-то придет, а вот сзади еще могут. Ну и слева могут. Не знаю, по что тоже 50 на 50. Уже 8 человек. Ты думаешь, что это передний? Да я просто звоню. Коня привезли. Чисто это. Хотя тут. Я не знаю, зачем. Вот, давай в этот дом. В край. Так. Блин, ну там за бугром пойдет. Да, возможно. Ну все в починках поди сидят. Где-то, да, починка крысиное место стало. Там же это вот, знаешь, все кино насмотрятся. Прыгают в починки, валяются там до усрачки, до последней зоны по домам. Хер кто куда вообще двигает. Частая тема. Это такая же херня в этом стала. В общагах около школы. Народ туда прыгнет и сидит там до конца карты. А там же, по сути, если вот, ну, никто не открываться не будет, там можно по крысиному вообще до конца посидеть. На группу поехали. Я знаю. Слушай, тут надо вот эти горочку. Там как бы местность открытая, мне кажется, мы там ничего не слоем с тобой. Ну, поехали пробовать. Давай ты. А там сядь. Везде сейчас открыто. Давай тут. Давай я сяду только, ладно? Давай, да, что я говорю. Просто по логике, если они сейчас починок будут выходить, они как бы должны перестреляться.
Никого нет вообще. Нам как-нибудь бы еще это. Блин, вот тут вот домики маленькие, может мы вниз тогда подойдем? Там два сарайчика. Mark the location. Да и не нахер они не нужны. Нахер, да? Угу. Так, осталось 4 человека. Ну, в смысле, с нами. Вон. Нет, вижу, ездит разбитый. Mark the location. Разбитый. Да, сейчас, подожди, попробую стрелять. Отметил, я даже не увижу. Слушай, я людей не видел, то ли там все сидят. Блин. Слушай, ну с починок-то зона ушла, им сейчас по-любому. Получается, бежать надо на нас. Да, на дальней стороне зоны кто тут был, без одного сняли, кстати. Слушай, я что-то потерял. Mark the location. Mark the location. Ай, блин. Мне дали. Да я говорю, я такой стрелок. Так, да, дал один. Вот здесь. Mark the location. По мне вон дали, блядь. И мы, кстати, не в зоне с тобой. И это весьма печально. Сейчас надо будет зон двигать. Паня, эти бусы есть, где они по-братски? Есть, есть. Пока не побежали еще. Давай, вот здесь скидывай, пошли по краю. Ой, подожди, подожди, подожди. Угу, я поднял. Слушай, давай, давай, надо это вот с по левой, это? По правой стороне. Бежать, а по правой стороне. Я попробую, иду вон. Он там продымил, что можно. Здесь, скорее всего. Mark the location. Они вот, наверное, в зоне там, да? Не да. Особо и не чешутся, сдымили там всякие херам. Ну давай, мы с тобой тогда спробуем обходить в зону. Здесь дроп, кстати, еще один. Кстати, лутали, не лутали с тобой. Стреляно. О, прикинь, целый, да. Бля, я не в зоне, что-то там. Так, сын. Давай в зону заходить. Пань, по мне кто-то прям с упора бил. Ага, во, вижу. И слева еще, блядь, откуда. Эти штучки. Я тебя сейчас задымлю. Поэтому идет, Паш. Вот здесь, за стогом. Mark the location. Ты уж ты открыт. Я мольки кидаю. Ну и я вообще, ну чё, я, меня все фризит, я вообще не подаю. Даже нет. Ну, я в плане, я буду отлетать. Потому что это уже даже нет. А даже чё у тебя фризит? Ты из-за меня, что ли? Я не знаю. Ну, может, с телефоном что-то. Не знаю. Блин, ему одного выстрела не хватило.
Кстати, что-то патрон Савика стал клевать раньше, мне кажется. Раньше он... Да они что-то постоянно по оружию под это подделывают. Может, Савиком что делают. Это, я говорю, я не знаю, Паш, я же вышел с той стороны, по нему вот пытался зажать, вообще ни хера. Я не знаю, что и почему, как делают. Нет. Может, я просто хуёво играю, я не исключаю. В него один раз надо было попасть. Я им 99. Ну вот, я вот даже раз в него не попал. То есть вот, ну как бы, ну значит, я настолько хуёво играю, я не знаю. А у тебя ты фул хп был или ты он тебя пробил? Чё, тебе не скажу. Да, конечно, я встретил, кстати, еще был. Ну, то есть. Ну это из серии, что меня 4-16 человек пистолетом не перестрелял. Я причем, ну, я не понимаю, почему. Ну я как бы вот, ну я играю полтора года, я не настолько хуёво играю. Ну, хер знает. Значит так. Я без прицела в него стрелял от бедра. Надо было прицелиться. Ну какая-то херня. О, сейчас тебя слышу. Всё, я говорю, Да. Это, я слышал вот два выстрела и все, и я в замедленном режиме я полетел в аутбой. А мне надо было прицелиться, когда я по нему стрелял. Или нам... Я причем отлетаю так, как будто это... Вот знаешь, когда за кем-то смотришь, вот с такими задержками, вот я так жду, чтоб для себя. Ну, я хер знает, может, что-то это... Может, что-то с интернетом у меня, я хер, может, у меня что-то с руками стало, мы это видим, прям что-то реальное стало с руками. Нам еще... Мы вышли еще по очереди с тобой на него. Нам нужно сразу... разница, Пань. Ну какая разница? Ну если бы мы вдвоем сразу бы вышли, а это мы вышли по очереди, естественно, на меня ногу, потом тебя. Ну, да, тут. Да я тебе говорю, ты на меня вообще не рассчитывай. Вся ситуация в том, что ты на него вышел и не выиграл. Поэтому мы проиграли. А как бы то, что я на него вышел и отлетел, это уже закономерный итог. Ну, блин, не всегда же так пишут. Блин, да и практически. Ну я в плане, я вот уже вообще, у меня вот больше одного килла в карте нет. Я не знаю, что тут меня, реально. Ну, я не знаю, либо меня руки на то покривили, либо что-то вот не так сыграют. Ну, не исключено, что и первое. Лутали дропы и в конце не... Да и это, Вань, и от каждой каткой. Вот, ну серьезно, у меня больше одного килла за катку нету, и то, если я бот каком-нибудь ёбну. Как бы вот, если бы стоху, вот как вчера бот всех перестреляли, все, я смотрел. Нет, в плане, это вот уже прям не первый день, я бы удивился, если бы это вот что-то вот случилось, а это постоянно. Не, ну тогда, помнишь, там, ты же убивал этих... Помнишь, там бота закурировал? Да не, вот там, в машине тогда приехали. Да не, ты говоришь, ты херня. Флайер взял. Флайер это, конечно, хорошо, а из чего стрелять? Сейчас садану с него в кого-нибудь. Он, кстати, урон не наносит ни хера. Вроде никто не топает. Это, на тебе юмперк один. Я тут зону вот здесь скинул, если надо. Не-не, я М-ку нашел. Ну, дальше. Вилмак АВ, если что, у меня есть запасной. Кстати, бизон. Да, он не особо. А ты патроны забрал с бизона, да? Да, но это, если ты бизона подобрал, я тебе отдам. Не-не-не-не. Тут вот пятерок еще куча.
Чё там, второй бронежилет есть? Да. Так, я тогда пойду. Здесь кто-то зашел. Ну, ботяра. Я тогда бизона пойду возьму. Не ботяра? Не знаю. Не знаю, что это. Не знаю, говорю. Хер его знает. Да бизоны здесь вот есть. Кто-то за ним побежал. Я к тебе иду. Да, кто-то топает. Ну я думаю, что это ботяр. Погоди. Да нет, это, не, Пашка, это бот. Он, во-первых, один, во-вторых, прямо. Вот здесь. Да да, это ботяр. Двоих? А, Юмп. Один. Так, там мотак стоит, но тут это. Да нет, слушай, сейчас спущусь тогда за этим, за бизонами. А бизон в последнем был это. Да я просто к тебе побежал. Не смотрел это что-то. Да я ж ты вроде сказал, что это такое. Пугался. Ну мало ли. Да не, да я тоже как бы его слышно, что это ботяра. Снайпу не нашел. Взял корректно что. Хочешь отдам тебе? X8 есть. Ну давай, я тебе так корректно отдам. Так. На, держи. Есть что, почетник у него, когда есть компенс. А что ты пятерки-то скинул? Yeah. А? X4 возьми так. А, у тебя X6 есть. Ну, у меня шестерка есть, да. Не обязательно. Слушай, это флайер здесь бахать будем. Пока... У меня бустов нет, ни хера. Ну, поехали вниз тогда. Я бы вот отсюда бах. Да, на дом бы никуда не это. Ну давай. Попробуем. Бля, я вот только не знаю, давай, наверное, не со стороны шелтера, да? Все-таки я вот сюда вот лучше в поле выйду бахну, да? Да, где-то хотя бы нас забор прикроет. Да не, ну как бы не совсем пофиг, потому что там вот этот шелтер вообще захерачит, понял. А у меня бизон на третьем прицеле. А я X4 скинул, ты не забрал. Не, ну я это, я за зону с четверкой уже, наверное, типа стреляю. Хотя, фиг знает, нет, да, постреляю уже. Так, ну чё, пошли ждать, сейчас приедут. Да, не факт, что приедут. У меня семерок на коряк нету. Бля, у меня тоже 7 штук. Ну давай эти сейчас штук 10 потом 20. Мне да, мне хватит. 5, наверное. Поднимайся на второй этаж, что ли, чё? Блин, он почти на дом, наверное, пойдет. Да, на дом херово, на этот дом не залезешь. Ты куда? Я тут пойду. Да не, пойду. Не. А, всё, взял. А я по это, я тебя выкину. Не, Пань, ты чё, совсем не на дом? Совсем не на дом. Просто посередине. Стой, там... Блин. Где? Да Казалось. Слушай, сюда если приедут, приедут на машине. Я как бы не думаю, что на нас тут пешком будет бежать. Не, ну они могут просто издалека почекать сначала. Это, бери авик, иди. Вилмак, АВ нужен тебе? Да. Ну я быстросъем, на самом деле, даже тут хочу.
Давай пока я поменяю. Так, поехали. Так, это нахер, это нахер. Поехали, поехали. Да-да-да, пойдем. Кровь-то, кстати, нужна, могу сказать. Давай. Ну, пойдем еще один дроп. Дроп еще один. Давай еще таки отдам. Можно. Ну, я буду просто стрелять с ней, если наш точно. Дым как раз есть один. Ой-ой-ой. Давай, забирай. Пулемет. Я его не буду брать. Или, или взять. Ну, много времени. Что, вниз? Первым пропустим. Может это, может ты, потому что валяется прям до хера всего. Да? А в этом доме вообще пусто. Хотя как, ну валяется фуфло, я тоже ничего не взял. Может как бы это. Есть, кстати, минька. Я, наверное, буду ее брать. Это, выкинул двойку, выкинул голограф, выкинул подсчетчик. Маленький домик синий, ты это, да? Он тут. А, да, там что-то ничего нет. Угу. Калаш патронов нет. Да нет, походу не боты были, да. Что, погнали дальше? По берегу поедем так. Пока вроде все в зоне. Я опять одного бота захуярил, я тут сейчас единственный, кого я захуярил. А были времена, когда я 14-15 килограмм топ-1 собрал. Эх! О, блин. Кстати, плейм-гаситель не нужен на СВ. Не, а у меня ушаком. Компенс стоит, я не знаю. Нет, это компенс на этой, на ней вообще нахуй не нужен. Нет. Слушай, здесь и тоже что-то будет разбито окно. Может быть, это, на первом этаже лежит, я бы на твоем месте лучше помидор взял, кстати. Блин, нравится мне тёп, может быть. Тачка. Приехали. Да, я знаю. Но они хуярят на это. На гору уехали? Да, вот сюда уехали. А, вижу, вижу. Mark the location. А, ты, а, их видишь, нихуя это. Ну, видел, они в домики, вижу. Походу, заехали, которые вот. Ну, я горочки. Тоже думаю, хочешь, можем их штурмануть с этой. С горочки. Там как раз горочка у них, наверное. Мы там можем ввязаться, правда, не очень.
приятный затяжной бой. Поэтому смотри сам. Если у нас задача прожить подольше, то можем не ехать. Какая у нас задача? Э? Нет у нас никакой задачи. Ну поехали тогда посмотрим. Кто-нибудь туда приходит. Только это повыше, на горочку повыше надо заехать. Горч, горч, конечно. Конечно, они бы не свалили, я помню. Они вот здесь ехали, ехали, пропали. Они все-таки в эти домики поехали. Давай, хватит. Только шочку. Тут давай вот тут за камешки хотя бы. Да-да-да, все правильно. Только я не вижу, блин. Я не вижу, они вообще здесь все мерзнут, хотя бы машины. Там ящик как лежит чей-то. Я не знаю, я на сближении смысла не вижу. Ни дом не знаю, ничего они себе никак не стоят. Ну а вот, кстати, какая-то она. Marked a vehicle. Баги какие. Они были на даче. Ну, это, да, это не. Да не, это не, да это я говорю, это какая-то новая стоит. Да не, мне кажется, давай сюда, поехали дальше. Мне кажется, это без понтово будет. Или они вообще не сюда поехали, а на дроп. А куда он его скидывает, а куда ехать? На лево, лево, лево. Лево, на 65. С каких домов получается? С вот этих, которых не знаю, вместе они умер? Не-не-не, дальше, дальше. Просто я не знаю, может. С фермы там походу. Только ты это. Давай. Давай вот сюда зайдем. Сюда. Зайдем вот здесь. Вот здесь? Меня подтормаживает, наверное, кто-то рядом, походу. Тут мотоцикл. Блять. А, ну... Кстати, недалеко, друг. Едут, едут. Тут... А, или ты. Вижу, нет, 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 вот тачка хуячит. Marked a location. Это очень модная какая-то тачка хуячит. Ага. Где-то там. Может, вот Marked a location. Ну да, где-то. Это у нас не это. Не-не-не-не-не, там, мне кажется, кто-то уже сидит. Мне кажется, что нет. Мне кажется, сидят в дальнем доме. Там война идет, все. Да я вижу, я потихонечку с дома из окошка. А че тут просто? Там задымили все-таки херам. Бля, там ебать. Это чучело стоит. Бань, там это. Да, я только это. Я только сейчас увидел. А, ну вон на втором этаже. Я не вижу. А они меня походу видят. Да не, да это я за тебя. Он по мне дал. А, они по тебе дали? Да. Ну ладно. Пиздец. У тебя есть бусты?
Да, один болик. Все? Да? Блин, он мне... Я ему дал, конечно, но он это... Я его даже не вижу, они, кстати, на сближении, походу, идут. Слушай, да давай свалим, у меня нет бустов, все, не, нечем стреляться. Давай. Мы тут, скорее всего, не свалим, если ничего. Пример, так кажется. А, он... Да, я что, заранее с ним не свалим. Как бы дали, я да, пробегаю. Не прицельно, давай. Да-да-да, давай. Побежали. Второй этаж. Пекает дом. Блять, да не, да что, вообще без варианта. Я его вырубил, давай, ползи ко мне. Я понял. Да я не знаю, что получится. Давай вот это. Ко мне подползи прям. Это. Один он по низу бежит. Да здесь же открыто все, ну нафига сюда-то. Допусти меня. Вот. Блять, он тебя убил, что ли? Да? Ёбаный в рот, блять. Ну вот, я ж тебе сказал, вот тут будет один бот. Так. Так. Слышно, да? Да. Ты высунулся, что из-за дерева, и он тебя нокнул? Да?
А чё ты не в это? Да, магазин, короче. Тут сразу вниз можно побежать. Mm. Ну так лоши прям вообще в каждой карте. Тут минька. Сейчас попробуем вообще. Давай возьмем. Или ВСС, в минку или ВСС? Ну, хер знает, я обычно ВСС беру, если прям прицел совсем. На, минку тогда. Не, сейчас нет прицелов, ну а. А ты чё, не забрал патрон, магазин возьми. Сейчас я на обратном пути пойду. Возвращаться. Это здесь 4.16, кстати. Что ты возьмешь ее? Ну хочешь, я тебе отдам. Иди, давай отдам, я минку туда заберу. I got supplies. Вот, кстати, выйти, сейчас ты рядом с ним. Ты чё не идёшь? Это, у меня пятерок тоже прям мало-мало. Сейчас посмотрю что-нибудь это. Что-нибудь придумаем пойди. Вот, кстати, вот здесь пятерки еще валялись. Погнали дальше. Мне пятерки тут скинешь чуть-чуть. А? Чуть-чуть пятерок. А, пятерки, сейчас вот здесь вот. 40 штук выкинул здесь. I got supplies! Проходи. Это подобрал шестой прицел, кстати. Смотри, могу что-нибудь это. Могу тебе даже восьмой отдать. Так. Пятерки я нашел, давай могу тебе поделиться с тобой. Не-не-не, все нормально, у меня тоже. Старый. Это на восьмерку. Еще МК. Да, я вижу, слышишь? I got supplies! На восьмерку. Да я минку оставлю. Здесь, кстати, пулемет лежит. Боги на улице. Чё у тебя броня какая? Третья. Вся? Ай? Вся третья? Нет, шлем второй. Что же за броня стоит? Так, да забей, мы сейчас новый пистон поедем дальше. Усложняешь.
Это компенсация вышный взял, еще один могу стырить. Давай, да, там ничего нету. Угу. Да поехали в этот. В засеку. Угу. Давай я хуй знает, что это был ангар прямо, а сейчас видишь, они вот так сделали, я даже хуй знает, что это. Так. Ну что-то внутрь не дает. Мне кажется, внутри безопаснее всего. Я ничего не нашел, но как бы и я не стал, что залутано. А почему-то пустые скамейки. Че, на дроп поедем? Можно. Езжай, езжай, пожалуйста. Он бросил, а он прям на нас бросил. Okay. Прям на библиотеку есть идти. Ну да, сзади. Ну, нет, нет, нет. Watch out! Да, да, да. Стой, стой, стой. Я не вижу, все разворачивается. Давай, давай. Не-не-не, зачем? Мы сейчас на машине с подъездом. На машине поехали. Так он же вроде здесь стоит. Да я не... Блядь, слава. Блядь, а что ты какой сложный, ты ёбаный вроде. Я в машину спрятал, мы это, добежать и вернуться. Ну давай на машине поедем. Всё, погнали. Их убили. У меня нет дымов. И меня тоже. Блять, стреляют, да? Да. Сейчас, сейчас попробую на машине подъехать. Блять. Нет, ладно, ты, Паш, давай я сейчас на полчасика, блядь, на 40 прерывка. Слышишь? Да, да, давай. Угу. Все, воды. Да, слушай, ну это крутые чуваки из КД-1.4, так что... Без вариантов.
Блин. Lass mal auf die Räume. Salam. Wa alaikum salam. Первый. Алло, здорово, куда вы? Здорово, куда вы? Давай сосновку покорим. Давай. На общаге или куда? На общаг? Да, не, ну, куда угодно, просто сосновка и все. Давай вот сюда. Ой, же, дай полка. I got supplies. Сзади, 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 сзади. Вот, вот, вот бежит. Блядь. Где он? Тут у меня в моем здании. А, все. Good luck, mates.
Маймик, 20 плюс 2, маймик, 20 порций сюжи так взять. Халахалис, халахаладул. Смотри, халахаладул хвитят. Я ешь, бля. Да, 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 второй куда прыгнул? Реально со смерти. Реально со смерти. Где-то как? Где-то как? Я Grand Power продается. О, да, кинцева класса. Ой, ты так хочешь, да, надо ему было. Это Анча. Продам книжки, а отца нас удешь мне голову. Хожу. О, ухан, знаешь, а я ж типа, что, дишь книжку, на Аль Капоне. На общаге много летит. В чем дес? Не, мы не общаги, зато ему тут ангар. О чем дес вас, о чем дес смысл? Эй, Аль Капоне, жизи. Пацан, мафиози, туда-сюда. На реальных событиях. На Рио. Да-да, на реальных событиях, да? Да, хорошо, здесь мы тогда вообще эндали. Исмал, Ислам, нахал бежбон. О, да. Ой, да. Обоссы мысли. Коряк есть. I got supplies. Мощь. Просто отмечайте. Сам брат сквад кидаешь. Watch the watch, watch back. Watch back, just here. I should be here. Mark the location. Ah, I'm not missing. I like it. I think we war after this. Good. Развышка, ты же ахаешь, а что? Развышка, ты же ахаешь, Бля, мечался его позвать. Это как надо, если это как. Трикс, он сейчас нам видим, трикс, видим, там сахада нет. Есть, есть, шарик, тебе шарик, тебе аут тут шарик. Хорош. Эти. Шестик, видим то. А. Пока мне, сяду, а. А, офигеть, это какая замена. А. На хау второго, зато помогать. Третий. Ой, let's go, my friends.
Dun, 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 dun. Mark the location. Нету в мире богатства, чем братство. А, уф. Вы что, всех убили, что ли, уже? Конечно, конечно. А третий крик уверен. Офигеть. О. Трик, сало это? Сало. Я лук. Вот Трикса. Ну чё, где ты есть? С нами про игрок играет просто и все. I need a scope. Ульда, машина. Яндери, а чудо, что вот так бежал. Ах, все, удивительно. Это с полной, да полной баргини. Давайте, братик, мы не это, знаете, мост левый. Тут стреляют, тут стреляют. Да, да, да. Хатош, хатош, был, ладно, хатош, был, хатош. Хатош, был, здесь, хатош, был. Да, с узором дальше от машины. Первый, второй, да. Саша, дальше идти, а может, вас здоровье. Ну, Артур, можно плана, третий, let's go, мастер, Франц. Прав, может, есть, на самом правду, может, не правду. Хорошо. Да. Из гору. Бля, внутри перти, да? 360 тратим. Садитесь, машину. Там, дайте я завернемся. Дай я завернемся. Дай руль. Второй, первый. Первый сзади сядь. Первый, блядь. Бля, это, блядь. Бензин, да, ты чё, окей. Воля, ада, бензин. Идите, братья, идите, бензин. Братья, бензин. Зря он в нас стрелял.
Тут 6x есть, если что. Чё есть? 6x, прицел 6. О, надо, надо. Okay. Marked a location. Ага, спасибо. Я бенз нашел, я бенз нашел. Хачхали, бенз, хачхал, 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 хачхал. Оле, да, ганыпель. Дай еще на доху. Игр 2 скинул. Давайте, вы двое. Вы двое вместе, третий я, мы вместе пойдем. Да, ну, давай сюда. Третий, садись. Вот что будет, ты хотя бы ложку ставь, я тебе потом. А в чем зависит? А вот вышки, вышки, давай сюда, сюда, сюда. Да, садись, первый. Бля, конченая машина, сейчас машина. حسود أولها أنا حسود أبيض اللي وجهه ما جه الزواج طلع. سيد Пусть я. Гезмер, лахта, поблю. Снап, поблю. Лахта, лахта, делал да. Ава, лаха. Молодец. Хачка, ава. Иди ты, по. Ах ты, черт. Машины, ох, идут. Ах ты, черт, я буду добить раз. Шею, я шею. Ну ладно, добить раз, аж кости нет. Варнуч. Надевал, а возьму только гельзи, да, ислам. Хотя уже, больше не. Если хотя я тебе, хотя я тебе, гельзи, мы там, где. Добить тебя куда уже, хотя на должку больше. Marked a location.
Я ебал. Эх. Эй, Аллах, Аллах меня услышал. Аллах меня... Хамил. Аллах меня услышал. Дым Все. Блять. Пацан, дым кинешься, эксперт, дым кинешься есть. Дым кинь, дым. Там. Бед, законный уже, бед. Иди ты похуй. Законный уже, бед. А ты, если видишь, галинга, пока не видишь. Кто ты, ауа, законный? Привет, куда прыгаем? Основка прыгает, основка. Мне не разделились. В школу давай. Нет? Сосну? Давайте быстрее. Остановка, братан, сразу, блядь, зачем мне остановим? Все, все. Enemies ahead! Enemies ahead! Дальше, блин. Enemies ahead. Второй, ты один, блядь.
второй бронежилет. I got supplies. I got supplies. I got supplies. Enemies ahead. I need a scope. Вышка, вышка, вышка. Ближайшие общаги берут. Пошли, пошли. Enemies ahead. У меня дофига, мне двое у меня. Watch out. Watch out. Стреляй, стреляй, давай, давай, давай. Head toward this point. Как так?
38x8 надо? Давай на мотоцикл и уедем. Машина. Что за машина там стоит? Мне в X8 некуда не поставить. А, ну поехали, поехали. I got supplies. Еще едет. Marked a location. Enemies ahead. Я не вижу. За автобусом? Enemies ahead. Он по крыше где-то. Он где? Блин, кто-то по кр... Ой, по мосту кто-то лазит. Все, все, последний. Так, X86. Пулемет.
X8. Там снайпа у кого-нибудь была? Поменять. I got supplies. Все, в принципе, я готов. В дома на 95 приехали. Двоих видел, по-моему. Excellent work. Да, двое точно есть. Бахать.
Бахнем или будем сидеть? К ним едут. На крыше один. Залутал ее обратно. А, они двое остались, все. Давай. Так, ты в соседний дом перебежал?